Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про Паденко и Биценко, или испанскую борзую. Первое упоминание Паденко и Биценко относит еще к 3 веку до нашей эры. Именно такой возраст имеют египетские пирамиды, в которых присутствует изображение этих собак. Формальной же родиной породы считается Испания. В этой стране в средние века крестьяне держали Паденко и Биценко для охоты на кроликов и другую мелкую дичь. Сегодня представители породы особенно распространены на Балеарских островах. В России Паденко и Биценко очень мало. Заводчики ценят этих собак за спортивную внешность, высокий интеллект и игривость. Говорят, что они очень добрые и спокойные. Это правда. И вот это было основным таким критерием для выбора собаки. Хотелось чего-то, чтобы была и большая, и при этом была спокойная, не агрессивная, ни на кого не кидалась. Вот это идеальная порода. То есть, и к тому же это очень редкая порода. Их в Москве всего 10-11 штук. Паденко и Биценко – элегантные, стройные собаки. Рост в холке у представителей породы, как правило, составляет от 60 до 72 сантиметров, а вес редко превышает 30 килограммов. Отличительные особенности породы – большие стоячие уши в виде вытянутого ромба. Паденко и Биценко – активные, любопытные собаки. При правильном воспитании и социализации с самого детства они вырастают дружелюбными животными. С другими животными хорошо уживаются, но вот на выставке можно было заметить, что не кидается ни на кого, со всеми хочет поиграться, ему все интересно. И в целом не агрессивная собака, не лезет сама на рожон первая. Паденко и Биценко – неприхотливые собаки. При уходе за ними особое внимание стоит уделять регулярным физическим нагрузкам. Они необходимы для поддержания хорошего самочувствия питомца. Также нужно следить за состоянием глаз, ушей и зубов животного. Ну и, конечно же, нельзя забывать о регулярном расчесывании шерсти питомца и стрижке когтей. Ну, эти собаки неприхотливы в уходе и не требуют особой заботы в обращении к себе. Ну, только если вот мыть лапы с прогулки или просто помыть шерсть. А так, в целом, никакого особого ухода за ними не требуется. То есть они очень приспособленные собаки, скажем так. Стоит быть готовым к тому, что собака требует долгих прогулок. То есть это 2 часа с утра, 2 часа вечером, поскольку это борзая. Им нужно много пространства, много бегать, много гулять. Поэтому и стоит быть готовым к тому, что в целом держать в квартире можно, но им хорошо больше за город. Поскольку пространство, поскольку они могут бегать, и у них есть, так скажем, место, где развернуться. А так, если хотите завести в квартире, то, пожалуйста, почему нет? Apple живет в квартире, и вот все хорошо. Средняя продолжительность жизни собак породы Паденко и Биценко составляет от 12 до 14 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!